А ты хорошо рисуешь? Я тоже. Всем привет! Меня зовут Алина, а мою подружку Женю. А меня мама. Привет-привет, друзья! И добро пожаловать на новое видео на канале Эллен Стар, которое называется «Кто лучше нарисует, тот и это получит» челлендж. Моя мама будет приносить разные предметы, которые каждый из нас хочет их получить. Кто лучше нарисует предмет за 30 секунд, тот его и получит. Но не все так просто. Чтобы было честно и справедливо, я, как мама, буду относить рисунки специальному эксперту. И он будет оценивать готовый рисунок. А мы не знаем, какие у нас будут предметы. Друзья, не забудьте поддержать нас лайком. И подпишитесь на канал, те, кто еще не подписался. Готовы? Да! Поехали! Первый раунд. Вот что это. Прямо пошло. Ничего не сделаю. Рисунки просто класс. Покажи, Алина. Да, сейчас мы несем к эксперту нашему. Вот это законченный. Выигрывает этот рисунок. Синий. Вот, видите? Это действительно похоже. Поздравляю. Спасибо. Итак, счет 1-0. Второй раунд. Круто. Вот так вот. Поворачивайте, чтобы вам было видно их. Время пошло! Ой. Три, два, один, ноль! Три, два, один, ноль! Покажите рисуночки. Круто! Приготовьте рисуночек на стол. Я понесла к эксперту. А вы ждите и думайте, кому достанутся трубочки на столом. Этот рисунок выиграл. Так, счет 1-1. Трубочки уходят теперь к другому участнику. Раунд третий, друзья. Вот. Вот. И вот. Ух ты! Это такой яркий, небольшой, маленький слаймик. На старт. Внимание. Марш! Рисуем! Время пошло! Быстрее, быстрее! Можете заменять, если успеваете. 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
Показывайте рисунки. Покажите рисунки. Круто! Круто! И что? Несем к эксперту нашему. И выиграл на этот раз Женя. Какой счет у нас уже? 1-2 в пользу Жени. Желаем вам удачи в следующих раундах. Я вас вижу. Итак, четвертый раунд. И что у нас там есть, а? Вот что у нас. Скоро будет холодно, мороз. И вот эта вот штучка вам пригодится. Такая яркая, чтоб ручки не замерзли. Рисуем. Одеваем. Сейчас время. Время. Пошло. Четыре, три, два, один, ноль. Все. Ложи фломастер, ложи. Все честно. Итак, сдаем рисунки эксперту. Покажите. О, у вас ручки. Привет. Ручки, привет. Красивые рисунки. Молодцы, девчонки. Отличная работа. Все, давайте мне 5. Я понесла. Давай, передавай. Сегодня не повезло, но сейчас я отыграюсь. Итак, последний раунд. У нас вот просто шоколадочка сладенькая. Время. Пожалуйста, экспертику. Это уже последний раунд, друзья. Вот такие вот натики. Сейчас мы посмотрим мнение нашего эксперта. Решающий момент в последнем раунде. Вот
Друзья, напишите нам, пожалуйста, если вы внимательны, какой у нас счет. Кто победил в этом интересном челлендже? А еще, друзья, мы хотим вам сказать важное. Подружка Женя Алинкина, у нее тоже есть канал в Ютубе. Называется он «Принцесса Женя». Ссылочка будет внизу в описании. Заходите, пожалуйста, поддержите ее, подписывайтесь на ее интересный детский каналчик. Ставьте лайки. Будет нам всем приятно. Это вам бонус. Я безумно рада, что вы смотрите наше видео. И хочу вас поблагодарить. Спасибо вам, наши любимые друзья, по ту сторону экрана. Нам понравился челлендж. А вам? Мы прощаемся с вами. Всем спасибо и всем пока! До новых встреч!